Ребят, всем привет! Хотел рассказать вам такую историю, которая произошла пару дней, у меня не было часу там зарубить видео, то есть я его выложу, зарублю. Колись была история, видео буде тут в описании, я вам поставлю. Позвонив в экстрену, начал писала людина, произошла в ней ситуация, типа її начали обвинять в том, чого вона не робила. Ми з Колею приїхали на цей виклик по екстреній групі, питалися його розвести, що він зробив поворот по окружній наліво, встановили десь за кілометр, ну кілометр він вже приїхав, його зупинили, почали міняти. Ми приїхали, питалися йому допомогти, ну поліцейські сказали, ні, ми бачили, доказів у нас нема, ну ми бачили, це було тільки при началі, так сказати, їхній діяльності. Ну, об'яснити їм не вийшло, ну так, забігає наперед, скажу, що ця постанова була оскаржена. Вот, так ця людина, Юра, я його так заповнив, він пише в екстрену буквально це ж пару днів назад, що хто хоче, приїдьте, я скріншот опублікую, побачите, що він написав, що якщо хто хоче, приїдьте, будь ласка, там, ну, подивіться, як мене розводять на об'їзд того самого переїзду з лівої сторони. Тобто машини стояли, він об'їхав їх всіх з лівої сторони, типу як по стрічці, і став під шлагбаумом, хотів проїхати. В цей момент стояв наш активіст, Валера, всі ви його знаєте, Валера Пріус, так називаємий, стояв, ждав, як всі люди в цій очереді проїхати цей переїзд Вишньовський. В цей момент проїжджає ця машина, це ЦДУ біла, він витягує камеру, це знімає, зафіксував він на відео, визвав він, як добропорядний громадянин, законний, визвав поліцію, показав докази на камері, а ця людина, це Юра, він почав казати, що він не порушував. Написав екстрену групу, я приїхав, побачив Валеру, не знавши, що він там. Давай, говорю, этот, він показав мені відео, я побачив, що да, ця машина порушила, все. Ну і далі ви побачите на відео. Дуже багато, звісно, я ж не знав, що так буде, дуже багато чого я не засняв. Тобто, що касається Юри, який кричав, що ми працюємо з мінтами, на Валеру почав говорити, хоча я побачив по відео, що він стоїть третім або четвертим в очереді, нікого не трогає, нічого, не спеціально за ним їде, ніяких таких дій. Він не знав, що це ця людина, во-первых, він тоді був на одному машині, наприклад, на ВЕО, а це він був на ДЕУ, на чиїсь. Тобто не працює він з ними, відповідно, з мінтами, а просто як добропорядний громадянин сообщив про порушення. Переїзд, це дуже серйозно, така ситуація. Ну, Юра себе повів некрасиво, він почав кричати, що от і це ДКУ, і взагалі дорожній контроль, і тому подобне, вони всі гади, коротше, хоча перед цим, я ж кажу, ми до нього приїжджали, і він в групу екстреної це ДКУ написав, помощ просив. А потім, коли вже пройшла така ситуація, що йому показують докази, він не соглашався, йому виписали протокол, йому виписали постанову за відсутствие страховки, хоча він кричить, що вона в нього є. Но прошлий раз, коли ми це відео, коли ми приїжджали з Колею, у нього теж страховки не було. Ну, тоді не требували поліцейські, він її не показав. У нього не було. Ну, дивіться на відео, як це все відбувалося, не знаю. Правильно ми поступили, неправильно. Ну, я вважаю, що Валера поступив правильно. Все, підписуємося на канал, ставимо лайки, дивимося, коментуємо. Удачі всім. Тишки, нахуй, тут навіть не заметила. Для мене п'янка і переїзд – це больна тема. Привет. Привет. Как дела? Нормально. О, узнал. Здрасте. Так что сталось? А? Что стало? Да все же нормально. Что ж ты порушишь? Да все же нормально. Да я понимаю. Видишь, тут одни дела. А. Так а что ж ты в экстренную пишешь? Говоришь, что тебе, блин, что? Говорю, зачем ты в экстренную пишешь, про что тебя типа незаконно зупинило? Нет, ты же видел, что я написал. Что кому интересно подъезжать, все остальное будет инкриминировать. Вас не поймешь, пацаны, вы такой хрень занимаетесь. Да не, все поймешь, пацаны, ну а же в экстренном такие сообщения. Так какие сообщения? Каждый же день, я же, подожди, ну что, я кипиш разве в экстренном устроил? Не, ну так ты реально нарушил, ты мне пишешь, что приедете, помогите. Давай процитируем, что я написал. Кому интересно, подъезжайте. Будут инкриминировать объезд колонны. Ну так ты же так и сделал. Ну это и все. Так ты же так и сделал, Юр. Ты, ну подожди, Юр, ты так и сделал. Ты вот сейчас оставил на меня камеру и вот сейчас меня пытаешься вывести. Конечно, потому что я завтра это выложу туда, что так нельзя делать. Выкладывай. Я что же говорю, выкладывай. Я не могу понять этого цирка, блядь. Я в шоке, у кого я увидел здесь в качестве свидетеля. Ты еще нажрался, блин, и это самое писал. Я вообще в принципе не бухал. Не, ну это хорошо, но так ты еще взял бы, понимаешь, проехал на красный где-то, блядь, или кого-то чуть не сбил, а потом писал приезжать. Когда 2 недели назад здесь был в экстренном по этому же поводу вызов,
по этому же поводу. Две или три недели назад здесь был кипиш, да, ночью. Ну, понимаешь? Я понял, да. Так там человеку реально инкриминировали не проезд, понимаешь? Ну. Там другое было. А мне что инкриминируют? Ты знаешь, что мне инкриминируют? Вот ты смотри, ты сейчас подошел ко мне и говоришь, что. Мне видео показали. Ты не прав, все остальное. Да я понимаю, что он здесь стоит с видео. Да я. Не, я вообще уже все понял. Ну, я вообще все уже понял. Короче, вот. Ты скрин поймешь. Поэтому все нормально. Сейчас вот они пишут материалы, все хорошо. Поэтому я никакого в экстренном кипиша не устраивал. Я никого не просил о помощи. Я просто писал, кому интересно, приезжайте. Ну, мне интересно, я приехал. Ну, все. Когда освободился, я приехал. Думаю, пройду, посмотрю. Потому что я знаю, что они здесь, конечно, устраивают беспредел. Да, фильтр устроили. Теперь я в шоке, с кем они здесь фильтр устроили. Вот и все. Здесь мне все понятно, как божий день стало. Я за ними тоже ездил. Пару дней. Что один Боярский сидит, вот он впереди сидит, Боярский гаишник бывший. Вот молодняк, а вот фильтр, а вот и свидетели. Вот и мне все, блядь, понятно. Витёк, ты еще сверит? Так я не понимаю, зачем так сделал, а потом ты говоришь, что ты этого не делал. Не могу понять. Еще раз. Ну, ты же сделал так? Нет, ты же проехал? Я так не сделал. Ну, вот есть же на видео, где ты стоишь. Ну, хорошо, на видео есть, пускай прикладывает видео. Так я не знаю, пускай он в суде. Суд тоже придет и приложит видео. Если он свидетель, пускай прикладывает, суд прикладывает свое видео. Ты хочешь сказать, что вот тебя по беспределу? Ты этого не делал, ты не объехал колонну, не я стал не говорил, слева что столами. По беспределу. Так а как? Я не говорил, что по беспределу. И не писал никому, ты же что так по беспределу. Сделал. Вот и все, не надо меня выводить на сделал, не сделал. Вы в итоге определились, по какой статье вы будете писать у меня протокол, да? Протокол, я сказал, частина друга, статья 123. Ну, сейчас вторая, это все, да? Почекайте, ми зараз дойдемо, це одне порушення, це до другого ще дойдемо. А друге це яке? Це не пред'явлення полісу обов'язкового страхування. Якого полісу? Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, так ясно? Ну так, да, давайте. У тебя нет полис? Нет полис? Извини, как Дима, да, по-моему? Руслан. А, Руслан. Дима от Очереденко работает. Я сам. Ну, я дальше сам. Ты написал в экстренную, пацаны, приедьте, сейчас ты говоришь сам. Вот я не могу понять этого прикола. Я делаю паузу. То есть у тебя минимум два нарушения, короче, а ты если, говоришь... Если ты говоришь, что я написал в экстренную, пацаны, приедьте, ну, давай. Кому интересно, ты видишь, ну да, смотри-ка, да. Вишневый переезд, будут инкриминировать неправильный переезд со встречки. Кому интересно, welcome. Ну, я приехал. Где? Кому интересно, мне стало интересно, что да я тоже случилось? Много куда приезжал. И сейчас ты знаешь, о чем я говорю, много куда приезжал, много чего делал. У тебя есть эта самая страховка? Я с сотрудниками полиции это буду. Есть у меня страховка, нет у меня страховки, все будет по процедуре сделано. Да. Вы сказали, что вы не предъявите. Вы сказали на камеру, что вы не предъявите. Ну, покажите, где палку я не предъявил. Но у меня сказано, вот, что я сейчас не отказываюсь ничего предъявлять. Но вы вовремя приехал, хозяин забрал машину. Все документы и страховка, в том числе в машине. Если вы вовремя не сработали, если вы вовремя не сделали свои функциональные обязанности, так, дивіться, это... зараз будет складна постанова по частині першій статті 126. Так. То, що у вас, то, що ви не пред'явили поліс обов'язково. Я ще раз популярно всім об'ясняю. От і свідчення є зі сторони з цієї, що у мене всі мої документи є в наличі. Страховой не, полис, не надо. Регистрационный документ, право на управление транспортным сервисом категории Б. Да, мы цепать. Вы это видели, да? Вы это видели. Вы это видели, я предъявил, все правильно, правильно? Да. Вы лично на эту камеру, вы лично сказали, если бы я знал, вы сказали, что машина может ехать. Где сейчас мне ее искать? Сейчас у хозяина могу позвонить, если недалеко ехал, пускай возвращается. Уже вы пишите, фальсифицируйте документы, я сейчас буду звонить. Окей, 365. Я же вам сказал, звонить хозяину,
принесіть. Ну давайте полис. Ви не будете мені говорити, куди мені звонити, уважаємо. Ви ж казали, вона в хазяїна. Він її не перевірив, да? Коли треба було. Це не мої проблеми, що він її не перевірив. Почекайте, при тому, коли вас зупинили, я сказав, придивіть посвідчення водія, реєстраційний документ і поліс страхування. Ви, поліс страхування ви не пред'явили. Я вам сказав, заповняйте документи, я вам пред'явлю. Поліс страхування пред'являється при оформленні ДТП, либо вже при оформленні документів. Протокол або постанови. Протокол ви оформили тільки зараз. Спустя один час. Ви показали реєстраційні документи, показали посвідчення водія. Правильно. Поліс ви не показали. А поліс пред'являється, коли оформляється... Ви відмовились показувати поліс. Покажіть мені, де я відмовився. Покажіть всім, де я відмовився. Ну, вот людей с камерами много. Покажите всем, где я відмовився. Возможно, я вас неправильно понял. Так что тут нема пароля на ці камеры? Ну, не знаю, есть, нет, пожалуйста. Если бы вовремя не проверили все нужные вам документы, это не мои проблемы. Не надо. Машина уехала вместе с ее хозяином. Так. Включу зараз. Пожалуйста. Я юриспруденции не знаю, как четко говорить не знаю. На данный момент я заявляю, что все документы у меня есть. Но вы відмовились предъявлять их на вимогу полицейского, правильно? Нет, неправильно. Нет, неправильно. Ну, коли мы у вас проверяли документы, да. Ну, я сказал, заполняйте административные документы, и я предъявлю страховочку. Ну, вы же предъявили после их дня. Страховка когда предъявляется? Документы. Страховка когда предъявляется? Коли вимогу працівника поліції пред'являється три документи. Вимогу пред'являється реєстраційний документ, право на керування, а согласно закону о страховании, страховка пред'являється при наступленні ДТП, либо оформленні, всі ми знаємо, так? Да? При порушенні права дорожнього. Ви порушили, ну, мусили пред'явити нам страховий поліцій. Відмовляюся. Я зараз вам популярно заявляю всім, що у мене є. Відео є, то відмова. Я відмова. Є, пишіть що угодно, пишіть кому хочете. Я нічого підписувати не буду в такому випадку. Я зараз визову 102 і буду писати за перевищення служебних повномочень. Ну, пишіть, будь ласка. Все. Все. Так. Возможно, я был в стрессе. Ну, сейчас посмотрим, я даже сам не помню, что я сказал. То есть, понимаете, что стресс? Столько патрулей, два патруля на одного беззащитного человека. Конечно, мог нагородить что-то. Дивіться, на видео цьому є. Ну, то, что вы відмовляєтесь. Давайте посмотрим. Давайте. Есть так и есть. У нас как бы правовое государство, а не то, что там надо следить. Ну. Ну, сейчас. Все, ну, вы затримуйте свечи, а будем чекать. Да я уже никуда не спешу, вы его затримали уже некуда. Не, больше мы некуда. Законно затримали. Зараз, будем чекать. Так тут уже вот с дорожного контроля приведено. С дорожного контроля с виду приехал, да? Там стоял, у него видео есть. Он стоит и его обходит. Ты говоришь такое. Ну, отлично. Я очень рад. В суде покажет. Слушай, писал его такого плана. Пацаны, я вас поздравляю. Главное, скажите, где я сказал, что я отказываюсь предъявить страховку и по рукам. Yeah.
просто не буду смотреть свое время. Значит, да, вы хотите повести справу, да? Да, смотрите, у меня есть аргументированные... Ну, это уже есть. Сейчас 15 минут 2 ночи. Значит, дивіться, як можемо зробити. І тут шукати це затримуємо ще дуже багато часу. Я нікуди не спішу. Можете прийти в УПП Києва. Там вам на екран... Пойду. Я нікуди не пойду. Ви зараз нарушаєте мої конституційні права. Нічого не нарушаю зараз. Як це не нарушаєте? Я вам, госслужащему, популярно заявляю, з повною відповідальністю, у мене всі документи є. Чому ви їх не перевірили во время, коли ви мене зупинили? Извините, это не мои проблемы. Не, на данный момент вот этот полицейский, я не знаю, как его зовут, я у него спросил, на камере тоже есть, могу быстро найти, в отличие от вас. Я у него спросил, когда остался для составления протокола, после 23 части 2, я у него спросил, приехал хозяин, я говорю, я могу отпускать машину? Он мне сказал, конечно же, да. Вы такое говорили? Да. Да. Мої документи. Да, да, але до того, почекайте, до того, як машина поїхала, на відео записано. Покажіть. Як я сказав вам пред'явити посвідчення водія, реєстраційні документи, страховий поліс. Пред'явив? Я пред'явив? Ви пред'явили реєстраційний документ, посвідчення водія, страховий поліс, ви не пред'явили. А чому я вам сказав, що зараз його не пред'явлю? Давайте поговоримо. Почему? Тому що я вам сказав, ви спочатку заповните адміністративні документи на мене. Только в этом случае я вам предъявлю. Нет, вы сказали, что немає.